представим вам нашу новую модель шреддера, которая называется Raptor. В данном случае здесь представлена модель с максимальными размерами загрузки. В чем особенности этого шреддера, данного оборудования? Здесь соблюдена уникальная запатентованная концепция компании Rapid Швеция. Это открытое сердце, доступ к открытому сердцу. Как вы видите на данном видео, оператору очень удобно обслуживать данное оборудование. То есть при открытии дверцы оператор сразу имеет прямой доступ к ножам и к сетке. В данном случае все ножи расположены на и очень удобно работать при замене ножей, смене ножей. Если нужно поменять сетку, то очень тоже все удобно. Данная модель имеет производительность как минимум это 1,5 тонны в час. Оснащена она также минеральной композицией, технология соблюдена для того, чтобы машина имела более стабильное состояние при дроблении очень тяжелых и трудно дробимых пластиков либо материалов. Она не будет скакать и прыгать. Возможно, два исполнения привода – это пневматика и гидравлика, что дает конечному потребителю выбор. В данном случае на этом шреддере также представлен толкатель, который прижимает материал к ротору. Происходит дробление. Это материал, который непосредственно для чего был придуман этот шреддер, то есть это слитки, которые образуются при запуске термопласт автоматов либо экструзии. В данном случае вы видите, что после шреддера выходят вот такие вот чипсы, которые потом передрабливаются на дробилке. Наверняка она у вас уже есть на предприятии. И получается отличного качества материал, который можно использовать сразу в процессе без дополнительного гранулирования. Это наша самая маленькая модель Raptor 800 Duo. Концепция Duo подразумевает под собой, что мы убрали из цепочки транспортер, который подает чипсы после шреддера дробилку. С этим вы экономите свои производственные площади, также экономите деньги, инвестиции, экономите время оператора, обслуживающего машину, на обслуживание данного транспортера и так далее. То есть после шреддера чипсы сразу прямиком попадают в дробилку, из которой уже транспортировка материала происходит либо в мешок, либо в биг-бэк. И также представлена дополнительная система пылеотделения, которая очень мелкие детали отсасывает из циклона непосредственно. В концепции Duo представлена также новинка компании Rapid. Ну как новинка, она была представлена год назад на выставке Факума во Фридрихсхафене. В данном случае здесь она интегрирована в шреддер, как я уже сказал. То есть это низкие дробилки, которые также могут использоваться в линии для производства при переработке термоформинга
ленты. То есть вот это серое, это дробилка? Это дробилка. Пойдем, я ее покажу вот отдельно. Сейчас вы ее увидите отдельно. Открывается, нет? Что? Открывается? Ну, сейчас не будем открывать. Ага. Эта дробилка используется в данном случае, в данном исполнении, это для скелетона, просто термоформовки. Также, возможно, задняя загрузка отсюда, где возможно дробление листа. Это гильотины, которые используются для дробления кромки либо листа, либо толстой пленки. Как вы знаете, после экструзионной линии материал, конечный продукт наматывается на какой-то ролик, а кромки также встраиваются в инлайн, эти гильотины. Дробятся и через транспортер потом тоже попадают в дробилку.